Командир. Версии 0.11.10 в мире кораблей впервые стартует боевой пропуск. Это событие поможет тебе пополнить запасы игрового имущества и откроет доступ к уникальным наградам. Обязательно принимай участие. Тебе понравится. Начнем с основной информации. Боевой пропуск — это постоянное событие, которое теперь будет стартовать вместе с выходом каждого обновления и будет идти всю версию игры. Следующее обновление — новый боевой пропуск, новые награды и новая шкала прогресса. Поэтому не теряй времени, если ты нацелился получить все награды, доступные в этом событии. А теперь мы подробно расскажем, что же такое боевой пропуск. Боевым пропуском в нашей игре называется шкала прогресса, разделенная на несколько уровней. Проходить уровни можно с помощью очков боевого пропуска. Эти очки ты сможешь заработать, выполняя ежедневные и еженедельные боевые задачи. Причем суммарная ценность наград бесплатной шкалы боевого пропуска соответствует ценности наград, которые ты получал за выполнение ежедневных, еженедельных и ежемесячных боевых задач. Пройденные уровни боевого пропуска пополнят твое имущество свободным и элитным опытом, кредитами, углем, сталью, очками исследования и слотами в порту. Получать еще больше наград за уровень можно, если приобрести улучшенный боевой пропуск. Те командиры, кто дойдет до последнего уровня улучшенного боевого пропуска в версии 0.11.10 в качестве финальной награды, получат японский премиум-крейсер 7 уровня «Такати». Если ты, находясь в середине шкалы боевого пропуска, решил приобрести улучшенный вариант, то ты получишь награды, которые полагались за уже пройденные этапы. Кроме этого, обладатели улучшенной версии боевого пропуска смогут докупать уровни боевого пропуска за дублоны. Таким образом, пройти боевой пропуск можно, даже пропустив часть боевых задач. И тут есть важное уточнение. Выполнение всех боевых задач принесет тебе больше очков боевого пропуска, чем нужно, чтобы завершить шкалу прогресса. Поэтому не отчаивайся, если ты пропустил некоторые боевые задачи. Даже так получить финальную награду будет вполне возможно. Командиры, которые завершили шкалу прогресса, но продолжают выполнять боевые задачи и зарабатывая очки боевого пропуска, будут получать фиксированные дополнительные награды. Но это еще не все. Ты также можешь приобрести большой пакет боевого пропуска с дополнительными бонусами. Так, помимо доступа к улучшенной цепочке наград, тебе будут доступны особые боевые задачи, дающие дополнительные очки боевого пропуска, бонусы, увеличивающие заработок стали, угля, очков исследования и дублонов, скидки на сброс навыков командира, его переобучение и демонтаж модернизации. Все бонусы и скидки будут доступны на протяжении всего боевого пропуска, то есть в течение одной версии игры. А еще, приобретая улучшенный боевой пропуск, ты в любой момент сможешь улучшить его до большого пакета с бонусами. Не пропусти старт боевого пропуска в мире кораблей. Гора ценных наград ждет тебя, командир!